видео по 70D будет интересно для тех, кто разбирает 70D и чинит, информация по работе с объективом. В старте камеры в режиме Live View у нас закрывается диафрагма. Вы видите, что диафрагма закрыта. И если мы берем, нажимаем кнопку сюда и снимаем объектив с байонета, то у нас закрыта диафрагма. Отключаем камеру полностью. Камера выключена. И вот он у нас объектив, видите, закрыта диафрагма. Вставляем объектив и первым делом, что делает фотоаппарат, дает команду открыть диафрагму. Диафрагма открыта, это фотоаппарат выключен. С обратной стороны есть два контакта, которые спараллелены. С этой стороны они представлены в виде точек. Вот они. И, соответственно, когда у нас происходит замыкание двух точек, у нас происходит включение оборудования. Камера отключена и значение. Значение от байонета 4.38, второй контакт слева. Здесь ничего. Ничего. И 4.80. Это у нас получается шестой контакт слева. Седьмой контакт 4.78. Восьмой контакт 0. Вот такие напряжения, здесь ничего. Второй контакт 4.38. Включаем камеру. Камера включена. И смотрим те же самые значения. Здесь 0.10, 4.96, 2, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 5.50, 7, 5.47, 8, 0. Значение падения напряжения. При минусе, плюс на минус, минус на первый контакт. 890, 883, здесь получается земля, 900, 800, 837, 700, земля. Так, а здесь у нас значение тоже по нулям.